Друзья, мы живем с вами не просто на территории, на которой мы что-то творим, часто вытворяем. Нас окружает социум. Вот эта стая людей, вполне реальных людей, со своими интересами. Вот часто наши интересы этих людей мало интересуют, и они их практически не учитывают. И вот тут возникает некая потребность адекватно отражать вот этот социум, особенности вот этих людей в нашей стае. И вот тут возникает потребность адекватно отражать этот социум, особенно некоторых особей в этой стае, от которых мы зависим или хотим попользоваться ими. И вот старушка эволюция поставила перед нами задачи. Прежде всего, это выжить, чтобы мы сохранили свое здоровье. А второе – это передать свой геном в бесконечность. Вот она, любовь и секс. Но по ходу этого процесса выжить и передать геном в бесконечность, нас интересует вот это место в социуме, место в иерархии этой стаи. А если мы занимаем достойное место в иерархии этой стаи, то мы успешно можем решать эти задачи – выжить и расплодиться. Но я еще бы вам подчеркнул важность вот этого места иерархии. Мы удовлетворяем свои амбиции. А когда удовлетворяем свои амбиции, ставим и достигаем цели, жизнь наполняется смыслами. Ведь жизнь не наполнена смыслом только жрать и трахаться, а смысл реализовать себя, некие личностные характеристики. Вот для этого и необходима адекватная карта реальности. Вот в этой стае место найти, и мы будем с вами создавать эту карту реальности, которая отражает наше социальное положение, отражает взаимодействие в социуме с этими людьми. И тогда мы сможем проложить лоцию к нашему жизненному успеху. И мы с вами сможем получить алгоритм этой карты в социуме, по которой будем прокладывать лоцию, и карты территории – это тот материал, где мы отражали просто территорию, если вы напишите мне на почту. И вы получите эти алгоритмы. И все это поможет вам создать отражение этой реальности, то, которое вам как бы поможет жить, не выживать, а удовлетворять свои потребности и находить свое место в жизни. Это не прописано в гороскопах. Это ваше действие. А чтобы пройти это действие, так нам нужно знать, по какой карте мы идем.